Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание соли и поговорим о том, что делать, если у вас рассыпалась соль. Что нужно сделать, чтобы избежать проблем и неприятностей в вашем доме и в вашей жизни. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. Много полезной, важной и интересной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя». Ставьте лайк этому видео. Друзья, обязательно ставьте колокольчик, все уведомления. Обязательно каждый день заходите на наш канал, на канал «Эзотерика для тебя». Здесь много полезной, важной и нужной информации для каждого человека. Также, друзья, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также узнают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, в каждом доме в наше время есть соль. Мы пользуемся ней каждый божий день. Купить ее сегодня не составляет никакого труда, но мало кто знает, какой силой она обладает и на что она способна. Соль – это незаменимый помощник во многих ритуалах и обрядах. Она способна очищать от сильного негатива, она способна убирать порчу из глаз. С ее помощью проводят разные сложности чистки жилья, привлекают разные положительные энергии в свою жизнь. Также соль свободно восстанавливает биополе и служить в качестве оберега. О ее свойствах известно еще с давних времен. Но тогда достать ее было практически невозможно, и позволить себе это могли только единицы. Соль имеет очень сильную энергетику, потому что если вы будете правильно ее использовать, то вы сможете изменить многие моменты в своей жизни. За помощью к ней могут обращаться все. Главное – внимательно изучить нужный вопрос. Также касательно соли есть много народных примет и правил, о которых мы сегодня с вами и поговорим. Следуя им, вы сможете избежать неприятных ситуаций в своей жизни. Если вы рассыпали соль, то в скором будущем произойдет сильный конфликт с кем-то из близких людей, который приведет к тому, что вы притянете к себе большое количество негативной энергии. А чтобы этого не произошло, вам нужно, как только вы рассыпали соль, быстро ее собрать и скажите такие слова: «Соль рассыпаю, с ее помощью счастье привлекаю». Затем взять левой рукой совсем немного соли и съесть. Проделав это, никаких конфликтов, проблем, ссор, неурядиц у вас ни с кем не произойдет. А вот счастливые моменты, наоборот, появятся в вашей жизни. Если у кого-то из ваших гостей рассыпала соль, то чтобы неприятности не пришли в ваш дом, нужно собрать эту соль и, чтобы никто не видел, выкинуть в окно, сказав такие слова: «Как соль вниз летит, так все неприятности мой дом стороной облетают». Далее отряхнуть трижды ладошки и хорошо под проточной водой помыть свои руки, проговаривая при этом следующие слова: «Тот негатив, что на руки попал, вода смывает и следа его не оставляет». Такие простые действия помогут вам избежать неприятностей. А вот если вы рассыпали соль на подоконнике, кто-то скажет: «А разве так можно?» Вы знаете, все бывает, особенно если у вас подоконник рядом находится, например, с газовой плитой. Это сулит вам неприятности на работе и в учебе. Например, может не состояться какая-то сделка, или у вас не получится завершить какое-то дело, над которым вы очень долго и упорно трудились. Для этого нужно сразу не убирать соль, а оставить ее на 3 минуты, побрызгав сверху проточной водой. При этом нужно сказать такие слова:
Неприятности в дом не пройдут, неудачи с собой не привлекут. И по истечению времени смойте соль слева направо. Проделав это, у вас все будет обязательно хорошо. А вот если вы рассыпали соль мимо кастрюли или когда подносили ложку, это говорит о том, что кто-то завидует вам и повредил ваше биополе. А если биополе повреждено, вы, к сожалению, подвержены к разным негативным влияниям, которые способны навредить вам в любой момент. Поэтому соберите соль и смойте ее под проточной водой, говоря следующие слова: «Зависти вокруг меня больше нет. Я ее под проточной водой смываю и из своей жизни убираю». Затем сразу искупайтесь под проточной водой и скажите такие следующие слова: «Вода, силу мне дай, мое биополе восстанови и энергией своей его укрепи». Такое действие нужно проделать на протяжении 3 дней, и ваше биополе восстановится и укрепится. А если вы рассыпали соль на пол, то знайте, что вам грозят сильные денежные потери, которые будут длиться долго и со временем могут привести вас к безденежью. А чтобы это не произошло, сразу же возьмите 7 монет любого номинала и цвета и бросьте их на соль. Бросать обязательно нужно правой рукой. Затем зажгите свечу любого цвета и ее перемешайте вот низом, перемешайте соль с монетами по часовой стрелке. При этом скажите такие слова: «Финансовые проблемы из своей жизни убираю, а энергию денег на их место привлекаю, чтобы энергия денежная пришла и с собой все заполнила». И дайте свече догореть и выкиньте ее. После этого все соберите, выйдите на улицу и выкиньте через левое плечо со словами: «Все денежные неприятности из своей жизни выкидываю, остаться им не позволяю». Затем, когда будет растущая луна, вы можете провести ритуал по привлечению денег в вашу жизнь. Для этого понадобится купюра большого номинала и денежная свеча. В полночь зажгите свечу, возьмите свечу в левую руку, а в правую возьмите купюру. И по часовой стрелке, останавливаясь в каждом углу, нужно будет обойти весь ваш дом. Подойдя к углу, прилаживайте купюру и при этом говорите такие слова: «Денежная энергия, в дом приди, во все его места войди». И, проходя расстояние между углами, нужно махать купюрой. Когда обойдете все ваше жилье, капните воском с денежной свечи на правый нижний угол нашей банкноты и скажите такие слова: «Деньги будут у меня с каждым прибавляться, как будет расти луна». После этого спрячьте купюру, и именно эта купюра будет притягивать к вам деньги, изобилие, достаток и финансовое благополучие в жизнь. Очень скоро ваше финансовое положение улучшится, деньги начнут прибавляться. Купюру тратить и трогать нельзя в течение 1 года, а после используйте такую купюру по назначению. Друзья, пожалуйста, придерживайтесь этих простых правил, советов, рекомендаций, и вы сможете действительно обойти любые неприятные ситуации в своей жизни. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно заходите почаще на наш канал. Здесь много полезной, важной и нужной информации для каждого. И, друзья, сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной и интересной для вас информации.